Значит, обороняемся. Наш канал второй. Вот он, кстати, по пророку скучал. Вот вам араб. Такой же упертый. Второй канал. Значит, Коренев. А, нет, Егор. Егор, по-моему, ничего, да? Да, Егор и Ганнибал. Идите на вышку, она на 60 будет. Значит, Ганнибал, занимаешь там Максим, Егор, смотри по сторонам, там будет в щели, но не будет лисунца. Фига себе у нас тут. Ну. Я говорю, патронов бы еще. Я заказал два слайда, чтобы повесить. Ребят, не нашел, я не нашел диски, так что экономьте. Понятно, а винтовок нет никаких-то? Вообще никаких боеприпасов. Понял, понял. Буду еще посмотрю, но вроде... Ну хорошо. Сейчас главное не забыть про то, что мы играем за русских. Бля, слышь, реально. Там свои приехали, своих расстреляли. Надеюсь на то, что они забыли, да? Ну да, да. Кто идет? Свои, свои, свои. Свои немцы или свои русские? Так, значит, наши уже в районе Янушковец, то есть с 60-56. Вот пока не объявились. Это хорошо. Направление, направление какое? 62. Принял. Бля, куда они едут? Они прям на русских едут. Это наши. На немцев, блядь. Наши, наши. Зашибись. Во враг, молодцы. Посматривай спину нам, спину посматривай. Въезжай. Бля, я так пугаюсь все время. Опа! Отвлекать может, смотри в другие стороны. Смотри, смотри. Радист, ты где? Радист мой, личный. Здесь я. Личный. Ты видишь что-нибудь там в дырах? Нет, нет, пока. Пулеметчик с 20 где-то с запада бьет, кстати. Он бил. Ну он бил давно, это он так, он побил и ушел. А вон труп лежит его поэтому. Ты его нашел что ли? А смотри, смотри, там под деревом, там не... Ну закинь туда, пробную.
Оп, снайпер. Ты можешь его достать, нет? Да он пустой, вон никого нет. Видишь, слева от дерева, метр от дерева. На 20 с копеечкой. Не, вроде. 18. Да, пулемет мы сбили. Ну чё там? Да вроде ничего, опять туман садится. Оп, дым на 20. Слушай, если они у них там ноги пулемет, значит там точно не один пулемет. Хрен с ним, стреляй туда. О, бля, у нас сейчас кончится. По нам откуда ведут? Так вот я к тому и говорю. Прицельно, но походу. С 12 ведут огонь. Один еще, одна это. Все, вижу. Нету? Нет, одна еще башка, ой, один еще ствол где-то. Один ствол где-то. Фауст. Она, блядь. Прошел мимо. Косой, так, он походу оттуда бил. Еще один. Блин. Но у меня 10 патронов осталось, что мне делать? Противник 44, противник направления 44. Так, вижу два пехотинца. Стреляй, наших там нет. Ползуна нашел. Запада идут, ребята, запад 12. Ползун один. Осторожен. Запад 12. Видишь, башка тут торчит. Он там ползает. Вот он. Да мне два патрона, человек. У тебя хоть где-то какой-нибудь ТТ есть там, нет? Могу, сейчас у араба карту возьму. На 40 боец винтовка. Машину сможешь разобрать? Так, пулеметчик там же на 20, откуда раньше работал. Там ползают, ты-то с ползуном не сделал ничего. Да у меня два патрона, я тебе еще раз говорю. Сейчас отработаю. Минус. О, попал? Фигеть. Попал. Один патрон остался. Ну, сейчас я домовые кину и ползуну. Так, подожди. Давайте вы там делаем. Всем внимание, прикрывать. Потому что здесь, в принципе, делать нечего. Давай, подожди. Давай сейчас, смотри. Я увожу машину в квадрат. Сейчас скажу куда. Блять, снайпер! Ребята, снайпер!